Ақыл парасат мені айдай көрді сайы ханымды. Деп қанын ойыққа, күн үстей шашы күмістікке ақжаулықты аналар. Баршаңызды көктемнің алғашқы мерекесі, халықаралық әйелдер күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Милые женщины, вы краса и гордость Казахстана. Вместе с весной, с чудесным праздником, днем 8 марта, в наши дома приходит особое тепло и спокойствие. Укрепляется вера в светлое будущее наших семей и всей нашей страны. Әйел сыны таусылмайтын сыр еді. Әйел ана тіршіліктің тірегі, ана жердің жүрегі, жүрегі жоқ, қай түрлі өмір сүреді. Президент Нурсултан Абишевич Назарбаев, подчеркивая признательность нашим матерям, женам и дочерям, выражая гордость за их неоценимый вклад в жизнь каждого из нас, сказал: «Земля, очаг, держится на ваших руках. Дети наши воспитываются вами патриотами, интеллигентными, добрыми, знающими людьми. Это тоже в руках женщин». Сіздерге әрқашан сіздер мезден саулық, өмірдің шақағатын тілейміз. Бұл күні өздеріңізге бағытталған тілектер періштенің құлағынан шалынсын. Әрдайым мейірім шуағын шашып жүре беріңіздер. Алдарыңызда Алғожин Талғат анашым әнімен қарсы алыңыздар. Анашым келке құсымар, қалсын бас мейірімін қанбай.
женщинами, удивительными друженицами, заботливыми, неравнодушными, прекрасными во всех отношениях. Сіздерді әйелдер күнімен құттықтау үшін Денис ауданының әкімі Нұрғалиев Бақыт Мирасұлына сөз беріледі. Құрметті ақжаулық аналар, апалар мен қарындастар, сіздерді 8-ші наурыз халық аралық әйелдер күнімен шын жүректен құттықтаймын. 8-ші наурыз ер азаматтардың назарынан тыс қалмайтын мерекелердің бірі. Әйел қайраткер, әрбір үйдің отбасының алтын діңгегі, ажары, берекесі. Әйел әрқашан халықтың дархан көңілінің көрінісі болып келеді. Бүгінгі мереке оларға деген шынайы құрмет белгісі. Әйел жоғары адамгершіліктің және мейірімділіктің айнасы. Сондықтан ол бүкіл қоғамның арқауы ретінде келісім мен тұрақтылықтың нығаюына ықпал етеді. Ананы сыйлаған халқымыз, ананың сүйген жері отқа күймейді, оқта тимейді деді. Жердегі бар жақсылық аналардың үлкен жүрегімен ерленеді. Жылына бір тойланатын мерекеде олардың еңбектерін бағалап, сый құрмет көрсету парызымыз. Қымбатты ханымдар, сіздерге айтылатын еш уақытты таусылмасын. Гүлдей болсын өміріңіз, нұрға толсын көңіліңіз, әрқашан шаңырақтарыңыздан береке үйіңізден жолығып кетпесін. Сіздерге бүгінгі барлық бақытты тілейміз. Дорогие женщины, примите искренние поздравления с Международным женским днем 8 марта. В этот весенний день выражаю вам свою признательность за чуткость, понимание и терпение. Благодаря своим человеческим качествам, активной жизненной позиции, внося значительный вклад в социально-экономическое развитие Денисовского района, вы достигаете впечатляющих результатов на государственной службе, в бизнесе, спорте, культуре, образовании и науке. Являясь источником вдохновения и возвышенных чувств, воплощением верности, нежности и материнской заботы, именно вы делаете мир добрее и светлее, обеспечивая духовное единство и стабильность общества. Именно это дает нам, мужчинам, силы двигаться вперед и созидать. Вы дороги нам во все дни года, а этот праздник просто еще один повод выразить вам наше восхищение, чувство безграничной любви, признательности и благодарности всем бабушкам, матерям, женам и сестрам. От всей души желаю вам мира и здоровья, материнского счастья, семейного благополучия, молодости и цветущей красоты на долгие годы. Қымбатты ханымдар, сіздерді мерекелеріңізбен тағы да құттықтап отырып, барша алдан ерлер атынан қуатты өмір, шуақты көңіл, еңбектеріңізге жеміс, отбасыларыңызға береке бірлік тілеймін. Рахмет. Құрметті Бақыт Мирасұлы, халықаралық әйелдер күніне арналған марапаттау рәсімін өткізуіңізді сұраймыз. Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің әлеуметтік еңбек саласының үздігі медалімен марапатталады. Каратинская Ирина Брониславовна. Thank you.
8 наурыз халкаралык айылдар күнүнө орай Кеңеш Одагынын әлеуметтік экономикалық дамуына елеулі үлес қосқан үшін Қостанай облысы әкімінің құрмет грамотасымен марапатталады. Сахнаға Дос Мұхамедова Элина Валитовнаны шақырамыз. Әйет ауылдық округінің әкімі. Thank you.
Татьяна Николаевна шақырлады. Кремльский жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің диспетчері. Қатталады. Денис Ваудандық мемлекеттік мұрағатның мұрағатшы маманы. Шын жүректен құттықтаймыз. Шығармашылық табыстар мен жетістіктер тілейміз. Құрметті Бақыт Мирасұлы, сізге алғысымызды білдіреміз. Пожелаем вам восьмого марта, чтобы счастье дом не покидало, настроение в пылу азарта, песни пела, радостью пылала. Берегом голосы. Ваша қызарымды құрметте. Кездескенде жанерге тастанасын, жасыр алмайсын, қыз тарасын, жатыратын жан.
вам посвящен один из самых прекрасных праздников на Земле. И это глубоко символично. Сегодня мы собрались в этом зале, чтобы сказать вам, дорогие наши, самые искренние душевные слова, наполненные благодарностью и преклонением перед вами. Женщина – это символ обновления жизни и всего в ней самого светлого, прекрасного, одухотворенного. Один философ сказал красиво и мудро. Женщина – это приглашение счастья. Это любовь, а любовь на нашей земле невозможна без женщины. С наступающим вас, милые женщины! С праздником! Мы, мужчины, не устаем говорить слова признания женщинам. Ну а что же прекрасные дамы, как они смотрят на нас? Вот именно, какие у них приоритеты в этом вопросе? Давайте предположим, что женщины любят мужчин красивых, вот таких, например, умных, сильных, талантливых. Так кому же, как не этим талантливым, импозантным джентльменам поздравлять наших милых женщин? Где-то совсем-совсем рядом. И самое важное, вы любимые!
подними глаза, рождественское небо, загадай все то, о чем мечтаешь ты в жизни до тебя. Я так счастлив не был для тебя одной, и так любишь ты эти белые цветы. Весна, возвращаясь с охотой в родимый аул, думал думку джиги, сбавив ход скакуна. Пришло время жениться, на сердце весна, но вдруг завтра в поход, если завтра война, проводив мужа в поле на битву с врагом, будет верность хранить молодая жена. Шел навстречу старик, виски снега белее, его клонит к земле грузом прожитых дней. Опираясь на посох, он принял совет.
в умном взоре светилась вся мудрость степей. Обратился джигит, много лет ты прожил, облегчи мою душу, чтоб я не тужил, взять смуглянку жену или белое лицо. Кто в любви будет верен навеки, скажи. Отвечал аксакал, пролетают года, все течет, все меняется, словно вода. Проверяется временем наша любовь. Нет вернее жены, головачья седа. Эту притчу на днях рассказал мне Фрудас, знаток женских сердец еще тот ловелас. Ныне мудр и степен, но причудилось мне, огонек бесноватый в глазах не погас. С праздником, родные, всегда! Милые дамы, примите музыкальный подарок от 7 лет Константина. Thank you.
шепчу тебе, родная, спасибо за день, спасибо за ночь, спасибо за сына и за дочь, спасибо за то, что с тобой избавил наш тесный мир. Спасибо за день, спасибо за ночь, спасибо за сына. Каждого из нас что-либо дороже и священнее, чем это слово. По-разному звучит оно на разных языках, но смысл его один на всех широко. Каким бы ни был человек, простым или великим, герой или ахын, ученый или хлебороб, каждый из нас готов сказать: мир без мамы, что земля без солнца. Есть и сало, сами кондовая.
крепкого здоровья, долгих лет жизни, всегда оставайтесь такими прекрасными. Спасибо. Милые дамы, на сцене Александр Хлебников! Встречаем под ваши бурные аплодисменты! Идеальная женщина – это жена, которая родилась 8 марта, и с которой вы познакомились и поженились 8 марта. И это не только экономия на подарках. Пусть только попробует спросить: «Милый, а ты не забыл, какой сегодня день?» Встречайте! Мужской ансамбль дамбристов Денисовской средней школы номер 2! Под ваши бурные аплодисменты! Thank you.
Милые дамы, нашу весеннюю праздничную программу продолжает музыкальный номер в исполнении Сергея Сысолятина. Встречаем!
тебя. Ты не верь, это я возвращаюсь. Я живу от тебя за тебя. Гляжу в тебя, как в зеркало, до головокружения, и вижу в нем любовь свою, и думаю о ней. Матюшин, встречаем! Thank you.
Елена Рязанов, Толстон, РБТ, Аналар, здравствуйте.
Пусть весеннее тепло поселится в ваших домах и душах. Пусть красота природы вдохновляет. А начало весны символизирует начало чего-то очень желанного и прекрасного в вашей жизни. Вот и подошел к завершению наш мужской концерт. Мы старались и думаем не напрасно. Ваши аплодисменты тому подтверждение.